В древние времена в горах Китая жил старый мудрец по имени Чан. Он был известен своей мудростью и глубоким пониманием жизни. Однажды к нему пришел молодой кузнец по имени Ли, жаждавший узнать тайны мудрости. Ли обратился к Чану и сказал: «Уважаемый мудрец, научите меня вашей мудрости, чтобы я смог стать таким же мудрым, как вы». Чан улыбнулся и ответил: «Мудрость не может быть передана просто так, она приходит изнутри, из собственного опыта и размышлений». Ли был разочарован этим ответом, но он решил остаться и просить наставлений у мудреца. Он стал каждый день проводить время в окружении Чана, слушая его рассказы о жизни, природе и людях. Однако, чем больше он учился, тем больше понимал, что мудрость – это не просто сбор знаний, а способность видеть мир глазами сердца. Чан понял, что Ли ищет мудрость не в себе, а во внешних источниках, и решил помочь ему изменить свой подход. Однажды он велел Ли идти в путешествие одному и провести некоторое время в молчании, обращая внимание на мир вокруг себя. После долгих месяцев путешествия Ли вернулся к Чану. Его глаза излучали мудрость и спокойствие. «Теперь я понимаю», — сказал он, — «мудрость не приходит извне, она возникает в нашем внутреннем мире через саморазвитие и глубокие размышления». Чан улыбнулся, видя преобразившегося Ли, и понял, что его миссия была выполнена. Он помог молодому кузнецу обрести не просто знания, а настоящую мудрость, которая будет сопровождать его на всем пути жизни.